С вами Сергей Гудков, психотерапевт. В этом видео говорим о приметах, о знаках Вселенной. Было время, когда я очень сильно в это верил. Это было давно, конечно. И знаете, мне это сильно досаждало. Черные кошки, пустые ведра, ключи на стол, шапку на стол. Если встречаешь при выходе на улицу первым мужчину, то будет хорошо, а если женщину, то значит весь день пойдет на смарку, светофор не зажегся зеленым светом и так далее, и так далее, и так далее. В какое-то время я понял, что это мне просто мешает. Я решил не верить в это. Но как не верить? Это же не просто так, если одно время верил, вот так вот по щелчку пальцев. Кроме того, что я решил, что это мне мешает, что я не буду на это обращать внимания, я стал действовать так, как если бы я в это не верил, и это не имело значения. И очень быстро, вот то, что я стал именно вести себя так, как будто бы неважно, примета, не примета, знак Вселенной, не знак Вселенной, очень быстро это действительно потеряло свое значение и перестало меня как-то волновать. Поэтому, если вы решаете во что-то не верить, то очень, или верить наоборот, очень важно вести себя так, как если бы вы это уже сделали, то есть вы поменяли свое внутреннее решение. Вот это очень сильно подкрепляет то, что вы поменяли внутри. Как если бы, да? Веду себя, как если бы. Вот волшебные три слова. Как если бы. Делаю. На этом все.